Дмитрий Алкатролевич, Дон, есть вопрос лишнего харассмента, Дон. Пора вас, когда фильм этот сняли, ну, про взятки гладки, движимость, недвижимость, про эти виногрязники, Дон. Вы что делали, Дон? Искали виноватников, убили всех или только свою печень, Дон? Какой фильм? Он вам не динь-дон. А, это, чтобы забыть унижение, я начал пить. Ну, если мне не извиняет помять, Дон, то ты раньше пил, Дон. Чуйка, сработал на опережение. Вообще, зачем ты мне опять напомнил про этот фильм, а? Про меня тоже фильм сняли с этим разоблачением, Дон. Там всю мою семью. Ох, уф-уф-уф, ассалам алейкум, Дон. Я как подсмотрел, аж вздрогнул, Дон. О, и я вздрогнул. Все, Рамзан, короче, совета нет, но ты держись. Я перезвоню. Через месяц. А! Эх, что ж, придется рожать проблему самому по старой проверенной схеме, да. Увлажняемые калеки, да, и по попустительству родня, да. До меня дошли шлюхи, да, что среди вас завелась крыса, да. Это может быть кто угодно, да. Даже я, да. Но это не я, да. Папа, да. Мы не понимаем, о чем ты балаболишь, Дон. Не вы одни такие, Дон! Вот. Этот фильм идет 2,5 часа, Дон. У вас есть 5 минут, чтобы посмотреть от начала и до конца начала, Дон. Ну что, посмотрели, Дон? Теперь понятно, почему столько просмотров, да. Так, приказываю забыть, Дон. Забыли? В этом кине есть такие подробности, которые могли знать только вы, очень близкие мне чебуреки, Дон. Поэтому запах предательства исходит изнутри. Ну, не хотите, по-хорошему будет Оклахома, да. Пришло время устроить самосуд, Дон. И узнать, кто из вас крыса, Дон. Я буду вас убивать по одному в день, Дон. И уже через... Восемь дней Я стану сиротой, Дон. Дон. Пожалуйста, не будьте крысами, Дон. Ну, признайтесь, кто из вас крыса, Дон. Я не хочу остановиться одиночкой, Дон. Шайтан, вы не такие идиоты, каким кажусь я, Дон. Кто слил этим папарасям, Дон? Что у меня нет образования, Дон, а? Я недавно был у врача, Дон, у меня ваших этих образований, Дон, полные штаны и полные животы, Дон. Министр моего здравоохранения, Дон. Сделай так, Дон, чтобы на твоем фоне я выглядел здоровый, как клык, Дон. Вот, совсем другое тело, Дон. Так, министр водных ресурсов и отмывания бабок, Дон. Я здесь. Эй, круассанчик, Дон. Продолжай в том же брюхе. Молодец, Дон. Там еще гамадрили, Дон, что я очень жестоко и одинаково расправляюсь со своими крапивниками, Дон. Где министр креатива и проказный, Дон? А, ты слышал, Дон? Я жестоко и одинаково, Дон. Разнообразие нам нужно, Дон. Ты как-то перерозденься, Дон. Люди жалуются. Вот, так намного приколдесней, Дон. Ступай, Дон. Я многое могу простатить, Дон. Но только не подлое преподавательство, Дон. Значит так, сажаем в тюрьму всех жителей республики и ждем. Если через год не появится новый видосик, Дон, значит, это кто-то из них, Дон. А? Чудесный плащ, Дон, да? Рамзан Ахматович, зачем их всех сажать? Они и так в Кишне живут, разницы не почувствуют. Ух, шайтан, Дон. Я даже не подумал
последние 47 лет, Дон. А может, мы лучше снимем свой фильм? Опровержение. Аса! 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 Башняк, башняк, мне нужны видосики для отбеливания Рамзануса, Дон. Я буду снимать самоизвержение, Дон. Опровержение? Ну, это как получится, Дон. Официально отвечаю народ, Дон, что никакого гарема у меня нет. Медни, ты согласна, Дон? Замирочка, малыш Донка, ты согласна, Дон? Фатимочка, любовь морковь моя, ты согласна, Дон? Чего это я попрошаю, Дон? Вообще не все со мной согласны, не согласны, Дон. А сейчас мы с вами разрушим еще один мифедрон, Дон. В этом кине сказано, что в Чечне средняя зарплата 30 тысяч бабосов в месяц, Дон. Адамчик, сколько ты получаешь в месяц, Дон? В месяц я получаю где-то 10-15 килограмм бабосов. Жена, какая у тебя зарплата, Дон? По декларации миллионы, а по факту миллиарды. Вот, и у меня также, Дон. Так что, как видите, в Чечне у нас нет зарплаты. 30 тысяч бабосов, Дон, в месяц. Это все ложка и промоакция, Дон. В этой жалкой киноленке, Дон, меня обмывали в том, что я убирал случайных людей ради галочки, Дон. Это бред, Дон. Я убирал не случайных людей ради Вовочки, Дон. И галочку уберу тоже, если прикажет, Дон. А пистолет — это не пистолет, это так, по приколу, Дон. Все, только что я снял свой филин, Дон, и увековечил себя на аллее звездон, Дон. Пойду срочно вывалю это в интерьер, Дон. Григорич, ты все снял? Владимир, обижаешь. Я еще тот папарашка. Будем сливать бородатого. Если даже я старый, невменяемый, не знаю, чего от него ожидать, сбриваем эту бороду. Ага, как говорится, держи друзей близко, а врагов у колонии. Да и друзей тоже. Ha 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 ha